От 20 до 70% дикой семги, добываемой у северного побережья Скандинавии, нерестится в реках нашей страны. Таким данным пришли ученые, завершив международный проект «Колартик лосось». Над ним работали исследователи России, Норвегии и Финляндии. Меры регулирования прибрежного промысла, действующие сейчас в Северном Королевстве, создают угрозу для сохранения популяции. Изменить сроки добычи семги, чтобы обеспечить ее пропуск на нерест в стране фьордов, согласны с 2016 года. В Росрыболовстве заверяют, что делать это нужно раньше. Кроме того, должен быть исключен промысел дикого атлантического лосося жаберными сетями. Вести такой запрет Министерство климата и окружающей среды Норвегии готово с 2018 года.